Я основатель сервиса безопасной покупки автомобилей Carvisor. Мы помогаем людям покупать автомобили без рисков, подержанные автомобили и объединяем авторынки всех городов. По данным Автостат в России за 2016 год были, было продано более 5 миллионов поддержанных автомобилей. Объем рынка услуги по проверке авто перед покупкой составляет более 30 миллиардов рублей в год. Как происходит покупка автомобиля без сервиса Carvisor? Покупатель находит автомобиль на каком-либо портале, Drom.ru, автору, бегло оценивает его состояние, в лучшем случае пригоняет автомобиль в сервис на автоподъемник. Вот, в итоге совершается сделка. Уже в результате эксплуатации в автомобиле вылазят всяческие подводные камни. Например, мотор кушает масло, автомат пинается или еще хуже, автомобиль с юридическими проблемами. Как проходит покупка автомобиля с Carvizor? Клиент также находит автомобиль на каком-либо автопортале. И причем автомобиль может находиться в любой точке страны, отправляет нам заявку, и уже через пару часов у него на руках подробный отчет о юридическом и техническом состоянии этой его машины. Даже если у клиента нет времени или желания на поиск автомобиля, он может полностью доверить нам процесс покупки. Физический корвизор ⁇ это филиальная сеть стационарных пунктов проверки и выездных экспертов во всех городах России. Это мобильное приложение для экспертов, это 12 видов диагностического оборудования и единый портал для клиентов. На этапе посева мы реализуем три варианта масштабирования. Это собственные филиалы, это франчайзинговые филиалы и аттестация удаленных экспертов. Каждую модель мы протестировали и выбрали ту, которая дает возможности кратного роста. Мы особое внимание уделили качеству работы наших корвизоров, а также автоматизации бизнес-процессов. Например, каждый наш корвизор при проверке использует мобильное приложение. Оно строит технологию проверки, конкретно для каждой марки, модели, комплектации автомобиля, учитывая все технические особенности. Например, для автомобиля с бензиновым двигателем технология проверки одна. Для автомобиля с дизельным двигателем другая, с гибридом третья. Клиенту автоматически отправляется подробнейший отчет с фотографиями и аудиокомментариями. Кроме того, все эти отчеты складируются в нашу базу данных, которую впоследствии мы можем монетизировать. Из наших основных конкурентов хотелось бы отметить таких игроков, как Drum Assist, Центр сертификации Автору. Да, это крутые корпорации, у них много возможностей, но их основная задача ⁇ это вывести на более качественный уровень свои порталы по продаже автомобилей, используя проверки автомобилей продавцов. Мы же делаем упор на комплексное решение вопросов, связанных с покупкой автомобилей для покупателя. Я и моя команда для эффективного развития... Проекта постоянно развиваемся. Например, сейчас мы обучаемся в бизнес-инкубаторе Ингрия. 25 мая я еду на стартовое обучение заочной акселерации Free и намерен попасть в очную. Сегодня нашей основной услугой является это автоподбор и проверка конкретного, конкретного автомобиля. В чем плюс? Бизнес-модель очень гибкая. Средний чек можно изменять в разы. Например, в Благовещенске средний чек у нас был 3000 рублей. В Питере мы сделали упор на автоподбор, он стал 7000 рублей. За последние два месяца мы проработали скрипты и увеличили конверсию с 25 до 40% конверсию продаж. Также оценили, оценили эластичность цены франшизы и смогли увеличить ее стоимость в 2,5 раза, при этом не изменив конверсии. На сегодняшний день Корвиза представлен в пяти городах, среди которых Питер. На этапе открытия еще три города, среди которых Москва. Приглашаю инвесторов к июлю 2017 года войти в проект Арвизер с суммой инвестиций 10 миллионов рублей. Также приглашаю партнеров на покупку франшизы в конкретные города. Спасибо за внимание. В следующих слайдах будет моя крутая команда и контакты. Это команда и мои контакты. Спасибо всем. Кстати, из Благовещенска.